В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить довольно-таки интересный и увлекательный канал под названием Bodus Game Studio. На канале этого парня вы найдете такие видеоролики, как Block Strike 5.0, дуэль против подписчика, затащили на карте Gravity, обновление 5.0, ну правда оно фейковое, но все-таки я думаю вам будет интересно посмотреть. Так что, ребят, переходите и подписывайтесь, как это сделал я, ссылочка есть в описании, а мы продолжаем. Здарова всем, ребята, Кент АПК на проводе. И сегодня, конечно же, по вашим многочисленным просьбам, ребята, я буду снимать вашу самую любимую рубрику под названием «Открытие кейсов». Для вас она самая любимая, но для меня это так себе, потому что я трачу свои деньги. Так что, ребят, пожалуйста, поддержите меня вашим лайком, поставьте, пожалуйста, лайк, кому нравятся мои обои, потому что вы часто пишете, мол, Кента ПК, у меня такие же самые обои, как у тебя, так что, кому не сложно, поставьте лайк, и я думаю, что можем уже начинать. Сейчас будет самый трогательный момент, я, ребят, трачу свои денежки и покупаю 1000 золота. Эх, ну что ж, надеюсь, мне выпадет Good Knife. Ладно, ребят, поехали. Эх, трогательный момент, Кента пока лишается 60 гривен. Ну что ж, я думаю, что уже пора начинать, не будем тянуть резину и, возможно, в этот раз мне выпадет что-то ценное. Так, скины, секретный кейс, ну что ж. Пожелайте мне удачи, и я, ребята, начинаю. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, ну, пожалуйста, керамбит. О, там был керамбит, да ну. Так, и что же мне выпадает, ребята? Кто бы сомневался, нормальные скины кенту никогда не выпадают. А хотя, кстати, этого скина у меня уже раньше не было, потому что он на Firestat. Ну, скажем так, такое себе, потому что у меня уже есть такой же скин, только без Firestat'а. Ну, в принципе, ребята, неплохое начало, скажем так. Конечно, могло быть и лучше, но в целом неплохое начало. Давайте дальше. Открываем очередной кейс. И что же мне выпадет? Ну, керамбитик, родной, иди ко мне. Очень надеюсь на керамбит. Надеюсь, мне выпадет что-то годное. Но кто бы сомневался, ребят, обратно подать мои самые любимые скины. Вот слушайте, хватит мне подкручивать, ребят, это я все понимаю, ну хватит подкручивать. Ну чё мне такие крутые скины выпадают, ну я все понимаю, ну хватит уже подкручивать. Эх, пацаны, выпадают просто топовые скины. Прям вот чувствую, вот не зря доначу, ребят, уже какой раз доначу, вот прям сердцем чую, не зря. Выпадают топовые скины. Надеюсь, вы все поняли, что это сарказм, а то мало ли. Ладно, поехали открывать очередной кейс. Так, и мне выпадает барабанная дробь. Опа, че, там был крутой скин на нож. Но нет, ребят, мне выпадает мой самый любимый, самый крутой скин в мире. Это, ребят, АВП Injection с Firestat'ом. Блин, как мне прет. Ребят, просто сегодня мой день. Я встал с той ноги. Вот я сейчас знаю, вот я сейчас думаю, вот я мог на эти 60 гривен пойти в универовскую столовую, купить себе гречки, купить себе котлету, купить себе запеканку. Блин, ребят, мог все купить сколько еды, но нет, блин, я открываю кейсы и мне обратно не прет. Эх, обидно, между прочим. Ладно, давайте дальше открывать кейсы. У меня еще 7 попыток, еще не все утеряно, поехали. Так, ну. Пожалуйста. Опа, там, кажется, был керамбит, да? Опа, ща. Слушайте, вот это да, вот это я везунчик, ребят. Выпал еще один мега крутой скин. Просто скин моей мечты. Вы бы знали, ребят, всегда играю с этим скином. Ну, точнее, буду играть с этим скином. Хоть у меня это оружие нету, ну ладно. Давайте обратно открывать кейсы. Давайте, давайте. Что же мне выпадет в этот раз? Как же меня обрадует судьба. Давайте посмотрим. О, там был керамбит. Пожалуйста, керамбитик. 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 Эх. И так всегда выпадает UMP-45. Знаете, мне как будто Block Strike напоминает. Знаете, типа, Кент АПК, ты нуб. Тебе никогда не выпадет керамбит, потому что ты полный нубяра. Block Strike. Так вот, остановись. Очень нормальные скины. Блин, нормально же общались, вот, ё-моё, так обидно, пацаны. Сколько уже раз открывать скины и обратно на те же грабли, обратно мне ничего нормально не упадает. Эх. Но еще не все утеряно, поехали. Так, ну чё? Что же мне выпадет, Good Knife или керамбит, как думаете, ребят? Ну, я думаю, наверное, Good Knife. Но Block Strike думает немножко по-другому. Мне выпадает классный скин под названием P90. Зашибись. Наверное, уже у всех есть керамбит, кроме меня.
Ребят, кстати, у кого есть керамбит, пожалуйста, напишите в комментариях, мол, у меня есть керамбит, и напишите название вашего скина. Ну, я хотя бы посмотрю, хотя бы порадуюсь за вас, потому что мне вообще не прет. Эх, давайте, открываем обратно секретный кейс. Так. Эх, хотя бы этот раз, может, что-то нормально выпадет. Ну. Обратно! Скин Injection. Вот те, кто меня смотрит давно, они знают, что я обожаю этот скин. Это просто скин моей мечты, ребят. Я не знаю, я этот скин люблю сильнее, чем свою девушку. Injection, как его обожаю, да? Каждый стрим выпадает тот же самый скин. Это или R700, или AWP Injection. Ну, вы поняли, да? Везет так везет. Ну что же, давайте открывать обратно. Что же мне выпадет в этот раз? Так, а ну-ка. Ничего себе! Слушайте, вот это да, вот это топор. Все, теперь, короче, буду мясником Блэкстрайке, буду всех ребят с топора рубать, умножать на ноль. Ладно, давайте дальше. Выпадает обратно крутые скины, просто нет слов прямо. Поехали. Прям, знаете, прям не хочется как-то больше донатить Блэкстрайк, потому что мне вообще так жестко не прет, что жесть. Чего? Я знал, что ты есть. Спасибо большое за такие крутые скины. Я не сомневался, что мне будут выпадать, ребят, самые топовые скины именно сегодня. А ну-ка, поехали. Так, а ну-ка. Сейчас мы узнаем, станет ли Кента пока богатым или будет обратно бомжом. Опача, выпадает скин Дип. Ничего себе, Магнум. Обратно мой любимый скин, это уже после... Это знаете, как у меня идет? У меня, смотрите, вначале у меня идет Injection, потом идет Бустер, а потом идет Дип. Ребят, выпадают мои самые любимые скины. Вообще, белая полоса прям. Ну что же, у нас последний шанс на сегодня. Возможно, хотя бы сейчас судьба меня немножко порадует. Хотя бы, возможно, сейчас я себя почувствую не полным лохом, а нормальным парнем. И, возможно, именно сейчас мне выпадет что-то нормальное, кроме этого чертового скина Injection. Поехали. Так, а ну чё ж мне выпадет-то? Давайте, я закрою глаза. Опа, там был керамид. Закрываю глаза и сейчас открою, а ну-ка. Так, открываю! Хо-хо-хо! Прям за это видео надо поставить лайк. Выпали все самые крутые скины. Вот все самые крутые скины, которые есть, они мне все выпали. Так что вы просто обязаны поставить лайк. Ставьте лайк, ребята. Кстати, важное объявление. Я себе покупаю камеру для влогов. Так что, ребят, кто хочет, чтобы у меня был влог, ну, чтобы я снял видео, как я живу и так далее, то, пожалуйста, напишите в комментариях, мол, хочу влог. Вот так и напишите, окей, ребят? Все, давайте. Надеюсь на вас. Поставьте лайк, напишите какой-то хороший комментарий, подпишитесь на мой канал. С вами был ваш Кента ПК. Всем удачи и всем пока.